Доброе утро, меня зовут Михаил Шардин, и сегодня я хочу рассказать о книге Андрея Мовчана и Алексея Митрова «Проклятые экономики». Авторы изучают феномен экономических катастроф в разные периоды, от Древнего Египта и до современности. Особое внимание они уделяют ресурсному проклятию. На ярких и увлекательных примерах из истории разных стран авторы показывают, как полезные ископаемые, географическое положение, проблемные соседи и даже люди становятся проклятием и приводит к гибели экономики. То, что, например, пишут авторы про Древнюю Русь. Ресурсом страны был уникальный транспортный путь из варягов в греки. Это возможность по рекам отправлять карго в Константинополь и далее. Ценный груз – это был пушнина и рабы. Вот что авторы пишут про современные страны. Венесуэла – первое место по запасам нефти, однако одно из последних по жизненному уровню. Причина – это неэффективное госуправление, расхищение доходов от нефти, дискриминация инвесторов, поощрение в населении иждивенчества. Авторы говорят, что это типовые ситуации, которые вначале носят название «ресурсное благословение», однако завершающий этап называется куда печальнее – «ресурсное проклятие». Для такой трансформации этот источник должен обладать пятью важными свойствами. Он не должен быть маргинальным, то есть генерируемое им богатство должно быть настолько значительным, что обеспечивает кардинальные изменения экономического расклада. Он должен казаться достаточно долгосрочным, но в то же время не вечным. Следующий пункт – он должен выделять это общество или страну из ряда других. Также он должен быть приватизируемым или хотя бы результат его функционирования, созданное богатство должно быть потенциально приватизируемо. Следующий пункт – источник должен быть конечным и бесплодным, то есть не должен порождать источники нового поколения, обеспечивая прогресс и преемственность, расширяя базу вовлеченных в него производства и распределения и мотивируя тем самым на комплексное развитие страны. В результате подобного источника в стране начинается конкурентная борьба за доступ к богатству, которое этот источник генерирует. Почти всегда такое общество ждет коренная перестройка внутренней иерархии в пользу сил, которые способны взять этот источник под контроль. Постепенно в стране нарастает внутренняя напряженность, различные группы внутри элит и вокруг элиты хотят передела ресурсов и готовы при любом удобном случае совершить переворот. Если ресурсов недостаточно много и с покупкой масс населения есть проблемы, то этот переворот может опираться на широкие слои общества и выливаться в более или менее кровавую революцию. Причем цены на ресурс и спрос на него не будет постоянным. Волатильность ресурсных доходов будет создавать волатильность государственных финансов. И рано или поздно эра ресурса подойдет к концу. К рубежу страна подойдет абсолютно неподготовленной и не способной вернуться на нормальные экономические рельсы. Власть будет искорежена и непродуктивна, трудовые ресурсы развращены, экономика перекошена и очень зависима от импорта. Именно об этом авторы предостерегают в своей книге. Меня зовут Михаил Шардин, и читайте только познавательные книги.